Давайте поиграем с Багги. С Багги у нас такой вот автомобильчик. Который у нас прокачанный, кстати, да. Достаточно-таки быстро едем. Угу. Так, вон зомбари идут, а. Толпа зомби нам мешает. Опа, отлично. Так, здесь, ладно, не будем кувыркаться. Хотя можно было бы, ну да ладно. Вот здесь кувырнемся. Опа. Все, отходим. У нас здесь база. Делаем два кувырка. Получилось. Здесь можно один сделать. И надо нам постараться сбить лотерейный билетик. Еее. Лотерейный билетик сбит. Получен. Так, 2000 метров у нас до новой базы. Так, есть, двойная получилась у нас. Тут попробуем. Да, получилось еще раз. О, это было опасно, конечно, с моей стороны. Так делать, рисковать. Опа, отлично. Третья база у нас. И за убивание нам дают по 3 монеты. О, лотерейный билетик, вонючий. Давай, я тебя сейчас... Есть, лотерейный билетик получен. О, нифига. Смотри, как я прокачал этот самый подъем. Надо будет со следующим так попробовать. Просто крутиться. И зарабатывать на ускорение. Опа. Так, если бы через зомбари нам не мешали бы, они постоянно мешают. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ага, тут уже и толпа бежит, смотри. Ё-моё, взорвался на ускорении. Как жалко. Очень жаль. Нет. Есть. Этот, прыгнули мы на зомбаря и чуть-чуть дали нам ускорение. Давай, машинка, пожалуйста. Пожалуйста, машинка, быстрее едь. Алло. Давай, ускорься чуть-чуть. Хорошо, ой, база спасла нас. Ой, нас спасла база, ребята. Так бы, не думаю, чтобы мы убежали от этих зомбариков. Опа, сейчас быстренько будем бежать. Так, лотерейные билеты. Есть. Сбили мы птичку. Лотерейные билеты получили. Сейчас здесь тоже сделаем кувырок. Вот так, два кувырка даже я сделал. О, вот и ускорение, ребят. А, нет, взорвался, ё-моё. Опасно, короче. Очень опасно. А, сожрали меня, ё-моё. Но зато у нас 4 билета есть. Сейчас попробуем что-нибудь выиграть. Так, сколько? 10 монет, мало. Давайте еще раз попробовать. Они еще, кстати, продают билеты. 100 монет стоит один билет. Нашли дураков, кто бы это покупал бы у них. Потому что здесь либо 10, либо 20 выиграешь. О, 500, пожалуйста. Да, нифига себе, 500 монет. Давайте еще раз попробуем. 2274 монеты у нас. Офигеть. И полтишочек мы заработали. А, итого 2300. А, может быть, оружие купим? Давайте приобретем оружие. Посмотрим, как с новым оружием мы будем двигаться. Мне кажется, оружие фиговое будет. А-а-а! Фигня. Действительно, оружие не очень. Ладно. Надо его будет прокачивать просто. Просто оно не прокачано еще. Ну, ёлки-палки. Оно даже так недалеко бьет. Блин, а стоило очень дорого. Прям я очень сильно, ребята, разочарован в этом оружии. Ну ладно, потратили деньги, что ж поделаешь. Ничего не поделаешь. Будем его, может быть, улучшать. Но почему оно стояло впереди? Я не понимаю. Может, то, что оно такое, как бы, на две части бьет. Типа, пушка какая-то. Фиг его знает. Дробовик. Типа, это хорошая вещь, что ли? Что-то мне она, ребята, не очень понравилась. Не очень нравится этот дробовик мне.
Нифига он не стреляет вроде бы толком. Ну ладно. Конечно, коллаж был лучше. Но ничего страшного. Отыграемся, ребята. Снимем 50 роликов. И на 50-то роликов по 10 минут мы поснимаем. Я думаю, естественно, мы денег много заработаем. И купим другое какое-нибудь оружие. Ну, уже... Ой, нет, взорвался, ё-моё. Ну, по сути... Ну, у нас еще лотерейные билетики есть. Ух ты, а откуда 2400 у меня? Интересно, подожди. Откуда такая сумма? Откуда сумма 2400, я не понял. Я же купил пушку. 2500, ребята. Можно оружие прокачать. А сколько оно стоило? Никто не помнит. Ладно, я вот это вот оружие выбираю дальше. Оно у меня и было куплено, просто я его не улучшал. Фух, я деньги не тратил. Как хорошо, ребята, деньги-то я не потратил. 2500 есть. Давайте посмотрим какую-нибудь машинку новую. И вот, например, я хочу вот такую... Вот такого монстрика, например, купить. Он стоит 5000, да? Ладно, мы его пока не будем. Давайте на турке поедем. На курочке. Тоже прикольный. Прикольная машинка. Едем. Так, сейчас я сделаю кувырочек. Опа! Да, автоматик у нас работает. Есть лотерейный билетик, мы отбили. Нет, самый такой прикольный автомат. Нормально, мне нравится. Не будем деньги тратить на всякую фигню. Ребята, будем деньги тратить на новые машинки. Смотри. Уже 9. 11 монеток мы собрали. Ну, это мало, конечно. Ну, а что ж поделаешь? Ничего не поделаешь. Опа, едем. Так, кто там мне мешает? Алло, зомбари. Да, есть лотерейный билетик, хорошо. На лотерейном билетике можно 500-очку выиграть. Что я неоднократно у меня получалось, кстати. Выбить 500 монет. Это, я считаю, очень много. Попробуй так за одну катку 500 монет заработать. Это практически нереально. Фига, а у нас тут написано, где какая скорость у нас в километрах? Летим очень быстро, кстати. Или мне так кажется, ну... Быстро-быстро едет наша турочка. Кстати, она у нас не прокачанная. Я не знаю, что будет, если мы ее прокачаем. Но она и так нормально едет. Чего ее прокачивать? Ой, опять зомбари, смотри, бегут. Ладно. Воу-воу-воу, смотри, как быстро летим нормально. Так, 3500 метров. У нас до новой базы. 3000 метров, да, сейчас доедем до новенькой базы. И нам там что-нибудь дадут, улучшение какое-нибудь. Надо, кстати, больше стрелять, ребята, не забывать стрелять. Потому что мы зарабатываем деньги, только если попадаем из автомата в них. А если просто мы их давим, нам за это, к сожалению, ничего не дают. Ну или так, на такой скорости-то мы их сбиваем, тоже дают деньги. Ой, четвертая база, наконец-то. Опа. Давайте здесь кувыркнемся. Лотерейные билетики, пожалуйста. Хочу лотерейные билетики. Так, попасть бы, есть, попали мы. Заработали. Я уже не знаю, сколько у меня лотерейных билетов там будет. Ну, штуки 3 точно. Ох, сколько зомбарей-то, а. О, тихо. Курочка моя вонючка. Давай, едь аккуратно. Здесь кувырочек делаем. Одного хватит. О, супер турбо. Есть. Супер турбо, ребята, было у нас только что. О. Хорошо, прям едем. Ускоряемся прям таки. Давай, я уже хочу на новую базу, ребята. Какая там пятая будет база? Опа. Есть! Подожди, почему я не ускорился? Я же убил его. Так, смотри, подожди. Во! Ускорение, спасибо.
2000 метров до новенькой базы. Ё-моё. Они мне реально мешают, смотри. Ой-о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 й. Ё-моё, я не ускорился. Нет, они меня сожрали. Да, давайте мотанём. А, 4 билета у нас есть. Попробуем что-нибудь выбить. Так, соточка. Ну, пойдет, соточка, это хорошо. Это как будто 2 полтинника. Так, полтишочек, спасибо. Все равно мало. Ах, десятка, вонючка. Это мало очень. Давай 500-ку мне, пожалуйста. Почему здесь 500-ка, только один слот? О, 250. Хорошо, ребята, смотри, мы отбили. И мы можем уже купить еще какую-то машинку. Сейчас посмотрим, где тут, чего тут. А, у нас есть за 3000. А, я хочу вот либо кабриолет купить, либо вот этого монстра за 5000. Так что обязательно, ребята, подписывайтесь на канал, кто не подписан. И чтобы не пропустить новые ролики, когда мы откроем вот этого монстра машину. Ну, а я с вами прощаюсь. Всем до новых встреч. Всем пока-пока.